А несколько дней назад мы с женой делали калиновое варенье, или, наверное, более правильно сказать, калиновый джем, потому что нету косточек в нем, и оно такое густое получилось, ну, такое вкусное. Кстати, попробуйте, это вообще суперское варенье. И, в общем, после этого джема, да, осталась мезга. Я не стал ее выкидывать, а решил провести эксперимент. Получится ли, да, вино, если получится, вкусное ли оно будет и так далее. Ну и хочу сказать, что прошло 4 дня. 4 дня назад я его поставил, добавил сюда полстакана сахара, так как она не такая сладкая, как виноград или черноплодка или вишня. Поэтому добавил сахара, да, для лучшего брожения. И сейчас прям чувствуется такой сильный запах брожения. А сейчас я добавлю сюда воды и опять сахара. И поставлю на повторное брожение. Теплое, темное место. Обычная комнатная температура. Накрываем, конечно же. И каждый день надо будет перемешивать. На 5 литров воды я добавляю стакан сахара. А перемешивать надо для того, чтобы не образовывалась уксусная кислота в вине. Все, через 3 недели или месяц вино готово. Теперь надо будет проверить на алкоголь. Ну, как я говорил, оно не крепкое получается. Вот как здесь видно, всего 4 градуса, да? Как пиво по проценту алкоголя. 4% спирта. А теперь фильтруем и разливаем в бутылки или банки. Мезгу мы выкидываем. А вино там, ставим для того, чтобы оно настоялось еще. Надо будет поставить холодное темное место, где оно настоится. Подойдет холодильник, да, или может быть и подпол, погреб. И тогда оно будет еще вкуснее. Но и на свет тоже будет поприятнее. Вот сейчас оно мутноватого цвета такого, красно-мутного. А потом оно будет красного, такого прозрачного цвета. Очень красивого еще. Так что, да, данное вино настоится и будет готово. И вкусное, и полезное. Прошло несколько дней, и вот если посмотреть на цвет, то видно, что оно красивого цвета такого получилось, настояло снизу, осели дрожжи. Оно стало прозрачное, такое красивое. Вот здесь вот больше видно, да? А теперь по поводу вопросов, которые я в начале видео задавал. Вообще, вот получилось ли вино? Ну, видно, что получилось. А здесь есть действительно алкоголь. Да, его немного, 4% спирта всего, но тем не менее он есть. Это все-таки вино, это не какой-то там, да, просто сок, а именно вино получилось, хоть и не крепкое. По поводу того, вкусное ли оно получилось, ну, хочу сказать, что вот на вкус оно напоминает шампанское или какую-то газировку, газированный напиток. Например, лимонад, тархун. Вот такой вот вкус интересный получился, необычный. Сладенький, очень вкусный. Кажется, как будто это сок. Пьешь, да, газированный. Приятно пить. Алкоголь не ощущается совсем. Поэтому, я думаю, понравится людям, которые не переваривают на вкус алкоголь. Я думаю, им будет приятно пить такое вино. Поэтому можно делать даже из мезги, калиновой мезги, да, вино. Женское такое некрепкое вино.